Слушай, этот поц тоже я сырю не лыком шипи. Нет, я себе... Деревья. Сука! Goodbye, goodbye! My love... Ребят, всем рундон-дон, Sony здесь, Midnight Club, Мыло Club, в общем-то, подвезли снова на ваши мониторы. Давайте развлекаться тут, что ли. Во-первых, предлагаю сперва метнуться кабанчиком в гараж, вообще посмотреть, что у нас там есть за брички-то. А то мы ездим тут такие, ля, пацаны, вообще, ребята, на районе, на ламбе какой-то модный. Может, там у нас есть еще что-то интересное? Я уже не помню, я последний раз играл в эту игру, блин, вы бы хоть починили бы ее. Customize, manage vehicle, да, рехтонить по... Ой, ебать, у меня тут нормальный, я смотрю, нормальный коллекцион. Вполне себе есть интересные варианты. Есть даже вот такой... А, инспектор Sony в отставке, точно, я именно здесь его снимал. Даже есть Eclipse GSX, ничего себе. Dub Edition, Dodge, Challenger, шестисос, Ducati. Даже то самое, похрустеть можно, так сказать. Так, ну что, пацаны, на чем гонять-то будем? Ну, самые такие лютые Мурсьелога у меня, я так понимаю, самая прям пушка-зажигалка, да? Может, возьмем что-то попроще? Покататься, так сказать, к Мару. Или построим что-нибудь новое. А что там у нас есть вообще, 150 тысяч? Что есть вообще? Я бы, может быть, новую тачку какую-то купил бы. Vehicle Showroom, пожалуйста. Что нам... Ебать, нормально эта ламба стоит. Офигеть, я ее, видимо, где-то выиграл, потому что иначе я не представляю, где нам эти 400к, здесь сало за полляма. Если... Не знаю, короче, как можно заработать, есть даже классика такая. Вах, 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 Pontiac GTO. Вот это круто. На этом бы я покатался. Рейнджик имеется. Причем в ассортименте рейнджики. Тут тебе Range Rover Supercharged, а тут тебе спорт. А? Нормально, пацаны? То есть эта игра вышла в тот момент, когда были классные душевные тачки и душевные игры, самое главное. Audi это S5. Кстати, S5 прикольно. Я вот такую Audi, вот точно такую же, чуть не приобрел. Волей судьбы не получилось взять, и, наверное, хорошо, потому что вряд ли она слишком уж поворотливая. Кстати, того же года, 2008-го, с 3.8 или 4.2, я не помню, V8 мотора какой там, я уже не помню. Ебать, пацаны. 105 тысяч за вот такое удовольствие. Cadillac XXLRV 2008 года. Слушайте, кажется, я уже знаю, что мы сейчас прикупим. А тот момент, когда ты настолько давно играл в эту игру, что твои вкусы уже просто радикально изменились. Если раньше я Cadillac как-то, в принципе, пропустил бы, то сейчас пропустить Cadillac. Вы меня уж извините, я не могу. Так, а тут пошла у нас японщина. Нет, пацаны. Мы сейчас таки приобретем вот это. Посмотри, какой таз, а. Хендлинг у него вполне себе, кстати, норм. И, ну, характеристики. Ничего таки, и здесь есть тюнинг. А если, конечно, подключить геймпад, то можно более бодро это все крутить, вертеть, вращать. Но там есть свои моментики в этом плане. Так, ну что, customize vehicle, performance. Начнем, наверное, с перформанса. Что нам там доступно? Мы можем сделать выхлоп. А выхлоп это прямо да. То есть, причем, смотри, сразу меняются характеристики у него крутящего момента и мощности. То есть, выхлоп здесь не просто говно какое-то, B-класс у нас автомобиль. Не просто, так, для красоты, а все-таки он влияет на что-то потом. Закись Ашота второго левела. Первого, как бы, весь тюнинг уже стоит, и мы можем шины поставить, и это у нас все еще B-класс будет. Так, ну, я надеюсь, что в B нам подойдет, вот только цвет, блин, красный Кадиллак. Как-то смотрится не очень, если честно. Можно покрутить, повертеть, не? А винил, пейнт. Давай теперь экстерьер посмотрим, что мы можем с ним сделать. В смысле, на колхозе. Походу, здесь нифига недоступно. Да, нужно сперва покататься на нем, либо по классу. Я уже не помню, как там открывается. Да, спереди нифига. Викл тоже нифига. Видимо, визуал здесь откроется чуть-чуть потом. Можно дису не поменять. Ну и как бы эти вполне себе ничего, да? Стилизованные кадила, все дела. А может быть, тормоза там что? А, во, блин. Нет, что-то дороговато будет, 36 тысяч у меня, я буду на тормоза сливать, покатаемся на стоке, он на автомате, причем, учитывая, что это старый Кадиллак, я думаю, что он очень ленивенький, этот автомат, ой, пардон, здесь можно подсветочку сделать, пацаны, интерьер не он, а? Это мы любим, вот только цвет, а, можно еще и цвет, черный, да, черная подсветка, а есть какая-то белая? Вот, такая не очень яркая. Слушай, ну, я не знаю, мне нравится, если честно, подсветка в салоне, поэтому предлагаю заколхозить, но при этом здесь можно еще салон вообще прям так нормально затюнить. Не, ну, Кадиллак должен быть черным, по-любому.
А это что? А, это типа магнитола. Подсветка. Бля, можно даже подсветку на магнитоле поменять. Приколи. Кайф. Я сделаю, блин, даже не знаю. Че, какой беленький. Может, давай сделаем беленький просто. Так, интерьер. Что тут еще? Подсветка приборки. Сука, приборку даже можно беленькую. Мне нравится белая приборка. Это круто выглядит. А это не он, понятно. Это мы вернулись уже. Color B. Ага. Можно торпеду сделать светлую. То есть тут, в принципе, видите, комбинированные материалы. Ну, у нас будет Кадиллак. Кадиллак должен быть черный вообще-то. А вот сидушки, даже не знаю. Вот, наверное, вот это вот можно сделать посветлее. Или не выебаться и сделать черным, пацаны. Прям черный Кадиллак. Максимально черный Кадиллак. Что еще? Смотрите, можно даже дефлекторы красить. Блять, вы хоть в какой-то игре такой тюнинг видели? Я что-то не припоминаю. Так, ладно. Здесь все. Здесь мы закончили. Steering wheels. Его можно поменять. Можно сюда вкорячить вот что-то такое корчеобразное, но нет. Мы оставим, посмотри на этот руль. Кадилла, блин. Он прикольный. Оставим как есть. Гауджес. Это что, нифига нема? Видимо, приборка. А, да, на колхозе на приборку. Точнее, сидушки. Ну да, ковши. Слушай, ну ковши, ну такой. Не, блин. Эта тачка имеет свой стиль. И колхозить его мне не особо хочется. Бампер сзади тоже оставим. Спойлер. Серьезно, блин. На эту машину спойлер. Разве что какой-нибудь маленький доктейл и не больше. А так, ну такое. Так, тайлайтс, задние фонари. Ни хрена выхлоп. О, а вот выхлоп можно поменять, это... Не, не стоит. Вот этот стоковый будет получше, чем вся эта хрень. Чё? Номера? Так, номера надо сделать правильными. Во. Так, правильные номера мы тут наколхозили, чтоб все знали, кто едет на районе. А, пацаны, на XLR Кадиллаке, ёпта. Так, что у нас там? Неон... Не, вот это мне не хочется. Если салон, я еще как бы окей. А, тут можно затонировать... Затонир, а чё сток? А, вот по левелам. Пацаны. Черные тачки, черная тонировка, как говорится. Все. Это есть у нас. Так, дальше. Модные двери мы не можем поставить. А, можем. Эй, я видел, какой-то поц продавал S2K с такими дверями. Мне разве что у виска хотелось покрутить. Типа, ты что, наркоман? Суперчарджит, между прочим. Значит, двухлитровый, наверное. Раз он суперчарджит. Так, ну, в общем-то, здесь все теперь. Paint Shop. Да, за косарь мы ее зачехлим. All Parts. Металлик, окей. А вот цвет. Вот как должен выглядеть Кадиллак. Сука, он должен быть черный. Хотя ему еще может подойти какой-нибудь, я не знаю. Кастом цвет. Слушай, мне даже нравится он в светлом цвете, если честно. Светлый Кадиллак, белый Кадиллак. С черным салоном. Прям как принц на белом коне, блядь. Так, Special Ability обязательно. Че я там юзал-то? EMP я юзал, вот что мне надо. Все, Special Ability есть. Ну, пацаны, вот такой вот у нас Кадиллак. А в группе Б предлагаю теперь на нем немножко прокатиться. Ащ, машина. На Кадиллаке надо ездить по району примерно вот так. На чиле, на расслабоне. Просто едешь себе, мадафака. Включаешь какую-то там Black музыку и кайфуешь, пацаны. Видной тачке, видных покатушек. Давай наступим. Слушай, не. Судя по звуку, у него V8. И насколько он... А что, обратная связь все вышла с чата? Ну и ладно. Да, обратная связь вышла с чата. У нас теперь пустой руль. Я помню, что тут были какие-то косяки с этой обратной связью, но я переживу. Главное, чтобы руль хоть как-то... Блин, простите, работал. Ну, хочу посмотреть, как он выглядит. Слушай, а он нифига не белый. Он, извините... По крайней мере, ночью смотрится как серый, но даже в этом мыле это прям кайф тачка. Ну, прям да. По шоссе... Ну, куда ты, блядь? Чё, рулится? Немножко с кренами, не без этого. Ну, а спонсор данного видео – финансовый проект компании Avalon Technologies. Это проект, в который я, а также огромное количество инвесторов вкладывают свои деньги с целью получения пассивного дохода на ежедневной основе. Ведь деньги должны работать и приносить прибыль, и с этим очень сложно не согласиться. Компания, которая преодолела рубеж в 1 миллион инвесторов, продолжает стабильно развиваться. И все потому, что сюда можно инвестировать даже 100 рублей. То есть каждый желающий может зарегистрироваться на сайте компании по ссылке в описании, сделать пробный депозит на один день на 100 рублей. И на следующий же день вывести свои деньги уже с прибылью, которая будет, конечно же, невелика, поскольку чистая доходность в процентном соотношении составляет 1,3%. Но можно зарабатывать куда больше деньги, если инвестировать, допустим, с 10 тысяч, можно зарабатывать по 4600 рублей ежемесячно. Я же инвестирую стабильно вот такую красивую цифру.
И вот сколько зарабатываю. Каждые 28 дней. Вот мой личный кабинет и вот этот депозит, который буквально совсем скоро, через несколько часов отработает, и я заработаю, смогу вывести свои деньги. Так что уже можно сказать завтра. Ну а так вы можете на сайте получить всю информацию, что это за компания, как она работает, ознакомиться с документами компании, почитать отзывы от пользователей. Поэтому если вам интересен заработок в интернете, то переходите по ссылочке в описании, там будет вся нужная информация. И шестую подтыкаем. Так, она у нас есть, наверное. А вот тормозов нема. Я вам так скажу, да, с этим проблемы у нас. Ну, это американский автомобиль, следовательно, как бы никто тормоза здесь и не обещал. Здесь только обещают понты. Это да. Все такие на понтах, да, прям вообще. Йоу, браза, будем трепаться или гоняться? Я понимаю, что ты там на S600. And if you couldn't, it'd be funny watching you lose that fancy little thing you stole. Yeah, real funny, huh? Come on, homeboy, don't be a homegirl. Come on, come on. Man, you're getting good at that slang. What book you learn that out of? Out of the book of... Вот, сука. А куда, куда, блядь? Все, это был трёп всего лишь. Я сюда ехал попиздеть, да, я понял. Я понял, пацаны, ладно. Блин, ну вот этот дух Америки, да, который здесь ты прям получаешь, это круто. Нам бы графоуни. Я не знаю, вот чё б не переиздать эту игру на ПК, а, пацаны? Я понимаю, это надо работать, потому что ее создавали для Xbox 360, ёб вашу, и PS3, но все таки нам бы хотя бы ремастер, даже просто на ПК, порт на ПК, любой. Вот как есть. Дайте графон 4К и все, заебись, уже игра будет топ. Потому что, по сути, она сделана на одном движке с GTA 5, а как бы GTA 5, ну... А чё уже позеленела гонка? Подожди, я что-то не то выбрал. На зеленую гоночку неинтересно, это мы всегда успеем проехать. Хорошо, что это в одном районе, а то ехал бы и немножко не в ту степь. Короче, мне вот реально не хватает только разрешения, а в остальном, конечно, игра кайф. Физон, понятно, аркада и ракада, вполне себе так, адекватно. Но то, что здесь гонки люто крутые, это факт. Так, здесь-то надо сейчас на шоссе, на хайвей, так сказать, или как он тут называется... Блин, зато в Кадиллак повороты может. Тормозить не может, но повороты может. Ну все, тормозить мы, если что, можем вообще. Посмотрите, сколько трафика, это просто жесть. Как такое? По-моему, разработчики, извините, сейчас не умеют делать игры с таким количеством трафика, с таким малым объемом памяти. По-моему, этот поц на съезде там внизу. Ну ты, вот, да, прикольно. Ты такой едешь, пристраиваешься сзади. Тут такая ламба Мурсьелага, блин. Она помощнее будет, чем моя тачка. А может, ну ее нахуй, пацаны? Не, ну Кадиллак, ебать, это понты, вся хуйня, но это Мурсьелага. Там еще больше понтов. А? Слышь, дорогая? Блять, у меня ничего больше нема. Ах ты ж, сука! Пиздарлю, проехал и хлопцы. Выгружаемся. Что он не едет, нифига, этот Кадиллак. Этот Вася уже приехал. Ну, собака. Ладно. No way. Все равно репутация плюс 80. Такой себе дух стритрейсинга прям на максималках. Едешь, моргнул, тот сразу, недолго думаешь. С бернаута, блядь. Во-во-во. Goodbye, goodbye! My love! No, блять! Заебали! Давай, Кадиллак! Теперь вот на... Мы еще не туда поехали? Или туда? Нет, туда поехали. Песос. Боком нормально выставляется. А тому-то пофигу, он уехал уже, он два круга будет. Так, надо выезжать где-то на какую-то прямую для того, чтобы заюзать нитро, но что-то, мне кажется, перспектива не очень. Вот это вот старт срал все. Здесь нет никаких блядских скриптов, поддавков или что-то такое. Здесь все по-честному, ты проиграл, ты пошел на... В буквальном смысле. Особенно меня здесь умиляют гонки на тачку. Вот это прям, да, вообще вышка. О, блин, хорош. Так, пацаны. Первый пошел.
Не буду второй дожигать. Потому что как бы хватит пока. 150 пиль, вот пошел он. Ну ты, блин, оставил мне сюрприз. По пути заправок нет. Здесь можно проезжать мимо заправок. Заправок. Заправка, блядь. И это самое. Получать нитро. Но заправку надо найти и проехать, самое главное, через нее. А в этом мыле трудно не заблудиться. Так, хорош. Слушай, а то, что обратной связи нет, по-моему, даже хорошо. Ух, ух. Давлю на все бабки. Хорош. Хорош. Тот тоже как бы неплох. Так. На шоссе или что, куда? Два круга. Присматриваемся пока. Хоть какие-то шансы будут догнать, я не знаю, этого парня. Надо ебашить на все бабки. Слушай, так вообще как будто мы в обратку едем. Во-во-во-во-во! Второй баллон пошел, выстрелил. Там заправка будет по пути. Вот только она справа где-то. А ну ее нахуй. Передержу. На. Развлекательная шоу-программа Activated, братан. Б. Где ты там со своей этой ламбой ебаной? Так, это первый круг, и он кое-как за нами. Не знаю как, но как-то я смог. Так, продолжаем. Нитро больше нет, пацаны. Это... Нахуй. Давай, давай. Оу, май, мы получаем азот! Нихуя себе ввалил в поворот, просто как боженька. Аки боженька. Так, отлично, 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 держим темп. Так, есть еще один баллон, и я его оставлю, наверное, на вторую прямую. На вторую, главное не проебать, сейчас чисто случайно ни туда не поехать. Чё ты там квакаешь мне? Квакала. Слушай, на кадиле можно прикольно валивать повороты просто на пониженной передаче. Минус передача. И он прям так сладенько заплатит. Тут уже подрихтовали стекла и опять долбёбы эти стрит-тракеры. Ха-ха! Расхерачили их. Простите, пожалуйста. Вот такие вот мы. Олигофрены. Так, продолжаем. Сейчас будет поворот. Вот только встречку бы не въехать. Так, держим на все бабки, с поворотами туговато. Шо? Да-да, фрикин мэниак, говорит. Да, блядь. Так, дамочка, дамочка, дамочка. Так. Можно было еще на шару заюзать. Не трусик, но нет. Хорош. Слушай, этот поц тоже, я смотрю, не лыком шитый. Не, я себе приземлился. Бля. А нитро-то больше нет. То есть я использовал второй этот самый ашот. Все, что у меня остается теперь. ЕМПшечку юзать по КД. Деф-деф-дефиться, так сказать. Слушай, ну ночные гонки прям максимально мы тут с кайфом. Ебашим. Так. Держи руль, Сони называется. А выше нос, кочегарим. Блин, что-то он так тяжело на пятой едет. А все потому, что сток. Дайте тюнинг. Не, люди. Мне очень надо. Извините. Так, хорош, еще чуть-чуть продержаться. У меня есть 2-3 даже выстрела EMP. Все, ты не проедешь. Разогнался, я смотрю. Давай, до свидания. Ой-ой-ой, что-то Кадиллаку немножко досталось. Блин, ну Кадиллак-то хорош. А, у нас будет 2 заезда, да? Первый мы втащили тут до 2 побед. Не просто 2 заезда, до 2 побед. Потому что так может побеждать по очереди каждый, но пока 2 не будет у кого-то. Пацаны, ну все, я легенда. Я легенда!
Midnight Club, на секундочку, а? Это ли не лайк? Погнали на следующий заезд. Так, ну что, девочки, давайте выстраиваем свои ламборгини по очереди. Я готов вас всех тут просто вот, вот, вот просто все кэш-кэш готовим. Да, да, ща, бернаут. Ой, бля. Ну, немножко там, видите, типичный американский биточек там уже готовится на Украину ехать. Везите, я готов принимать. Так, этот пот сейчас шмаленет. За ним. Деревья. Сука! За ним. Они на нитрах. Нельзя упускать. Блять. Сокращение будет, или мне кажется. Или пиз это сокращение, когда есть бесплатное... Спасибо! Пиздец. Кажется, я заруинил эту катку. Ёб вашу! Аж брызжу. Попиздь меня там, курва. Так, вот сокращение. Все едем... Мимо в том числе и я. Тихо. Я шот заюзал, молодец. Хорошо пошел. Тут где-то куда? Сюда? Блин, я не туда поехал. Сука, дебил. Понастроят эти ваши Америки. Хорош! Так, пацаны, ну вот это прямо вообще жесть. О! Когда ты поднял глаза с карты. Короче, тут без шансов, судя по всему. Не, ну как бы надо бороться до самого конца, это факт, и мы будем пытаться. Но посмотрим правде в глаза, как говорится. Блять, Кадиллак, ты главное выживи. Ой. Шансы тут минимальные, к сожалению. Делаю все, что могу. It's American Dream, ёпта. Ёба, он рулится немножко, но... Мне бы шпатлёвочки так, чтобы аэродинамика получше была. И азота. О, подожди, а ты чё подотстал? Что ты приуныл, братиш? На корвете. Заправка, но я ну и нахер. Главное не врезаться сейчас. Именно об этом я. Чё? Последний? Серьезно? Итак, ребят, у нас сейчас какая-то дура. Дора приехала, вторая. А ты на чем, Дора, вообще? Ты мне расскажи. Офигеть. О, мы бампера. Зато бампера мы можем теперь колхозить на наш Кадиллак. То есть хоть какие-то хорошие новости у нас сегодня есть. Ну, давай. Дора, ты на чем? Давай, братан. Я надеюсь, сейчас не Дора втащит. Кто там, где там? О, хорошо пошел. Блин. Нет смысла ждать. Я слышу. Вы куда, блядь, поехали? Демоны. Идите вы в очко. Так, ребята, я ж надеюсь, я туда, куда надо еду. Они там просто срезают. Да, все, я понял. Сюрприз, мадафака! Я кого-то сбил? Так не видите, что я кого-то сбил? Так, кто это? Кто это там? Кто это такой тут едет? Летит он, ля! Откуда? Блин, ну почему мне так везет?
Все, что мне остается о чем думать, это то, что Нидора там тащит. Кажется, это была Дора. Все, понял, спасибо. Че, БС не завезли, да, я понял. Есть больше не... О, хорош, блин. Нема больше. Так, по идее у нас тащит сейчас не Дора, и это хорошие прямо новости. Ну шо, Кадиллак Пауэр, пацаны. Просто на все бабки. Шо? Да, согласен, согласен, братан, это здравое решение. Так, 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 попрошу. Перезаряжай. А третьего нема? Давай, давай. А, сука! Так. Вон финиш, я вижу финиш. У меня больше нет ЕМПшки, пацаны, больше нихуя нет. Ни Дитра, ни ЕМП, нихуя нет. Иди на... Ну ты... Тоши, Тоши ган... Блин, ну ты... Короче, Тоши хочет, чтобы контент еще продолжался, поэтому продолжаем. Третий этап, у меня Кадиллак вообще просто в вафлях. Типичный американский, теперь 100% биточек. Так, все, собрались, собрались, пацаны, не всрать старт, не всрать старт. И не въебаться никуда. Он кабриолет или мне кажется? На! Нету, блин, жалко, ЕМПшки нет. Я постоянно передерживаю передачи, мне кажется. Так. Это за нами. Ля какой, прям перевожу. Давай, только не врезаться. Ой, блядь, чуть... Его типа что-то не было. Или я уже совсем в глазки долблюсь, или хз. О, сюда. Тащим, 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 пацаны, тащим! Два круга. Блядь. Тут не расслабишься нифига, два круга. Я... Нет, чтоб один спринтец порешали уже, да и все. А то тут можно тащить, тащить, а потом один... Прекрасный момент. Я кого-то сбил? Снова. Просто пойти в жопу. Например, какой-нибудь встречке. Вот этой, например. Шо? Типа не расслабляйся, наверное. Так, поворот. Не буду, братиш. Спасибо тебе за дельный совет. Я не буду расслабляться. Так. Прям когда все под контролем, Кадиллак максимально радует. Идем тут поприятнее, если чем ночью. Ночью вообще нихуя не видно. Так. Что-то мальчики и девочки потихоньку меня догоняют. Это не скажу, что прям радует. Поворот. Держимся уверенно. Это все еще первый круг. Слушайте, ну такая не короткая гонка. Главное не облажаться.
А то все это преимущество может вот так. И все. Хорош. Наверное, надо ехать по своей полосе. Хотя тут тоже может быть трафик, но не так больно. Это первый круг, ребята! Это первый круг! Мы пока что доминируем. Уверенно. Видите, как, насколько решает здесь хороший старт. То есть не просрал старт, как бы уже полдела сделано. А вот здесь теперь... Че, куда? Сюда? Да, правильно я поехал. Слушай, ну они меня реально догоняют. Но у меня там 3 EMP-шки, если что, на готове. Плюс 2 баллона. А, хорош на пониженный заходит прям. Просто аки боженька. Ох ты, блин, пора. Да-да, я не хороший человек, редиска, я знаю. А пока что у нас КД пошел. Заряжаем снаряд. Чтоб не этот чип, ну то бишь EMP-шку, я хз, что бы я тут делал бы. Да-да, братан, я тебя тоже люблю. Смотри, тут решили уже стекла не менять. Типа, нахуй надо, пусть они догоняют потом. Видать, этот магазинчик заебался чинить эти стекла. Неудачное расположение. Так. Опять этот поц догоняет меня по своей полосе в жопу. Или где-то посерединке хотя бы. Ламба догоняет. Только не говори, что ты Дора. Или еще там кто-то. Это так, на всякий случай. Не, на Дору это не похоже было. Если у Доры такой голосок, конечно, то я всяко понимаю. Но вроде бы игра не 2021 года. А когда еще нормальные были девочки и мальчики. Так, а этот пот сейчас тут прилетит мне на голову. Еще чуть-чуть. Сейчас обратная прямая. А мы на этом кольце уже катались сегодня, да? Так. Давай, ходила. Крути мотор свой. Пятая передача нифига не везет. Четвертая много. Пятая, блядь, мало оборотов и не едет. Предлагаю так. Типа, а чё бы и нет? Что нам его солить, что ли, этот азот? Уй-уй-уй. Все отлично, буквально пара поворотов и... Законная победа. Да, все, мы приехали. Повезло. Хотя не говори гоп, тут еще один поворот. Yes! Все, теперь Кадиллак в малярку. Пора отправлять. Series 1. Блин, ну вот как-то так, видите, происходит. То есть тут ты не подоминируешь. От слова совсем. А если выставлять чемпионата Hardest сложность, это пиздец, это нереально пройти. Я не знаю, насколько это надо быть зрячим. В первую очередь, чтобы видеть прям все вот это вот безобразие. Четенько. Вот, а так, по сути, здесь еще активностей. Ну так, немало, скажем так. Еще тачек строить, перестроить. Хоми, пока, потом зайдешь. Ну что, ребятки, надеюсь, это был лайк. Если серия понравилась, прожимай лайк. Увидимся с вами совсем скоро. А в наших приключениях в Midnight Club. Midnight Club Лос-Анджелес. Очень крутая игра. Мне прям максимально по кайфу. Надеюсь, что вы вместе со мной тоже кайфуете. Но иногда глаза надо протирать, а то что-то больно это смотреть, да. Ну, как есть. Как есть. Все равно игра топовая. Спасибо вам за внимание. С вами был Sony. Хорошего настроения, ребятки. Берегите себя. Увидимся. Давайте. Всем пока. А я погнал дальше по району тут чигирить, ёпта.